Начнем с... Что он еще веселый такой получается? Куда они только не лазят. А, помню это что? Да, какой-то завод. Вокруг полно патрулей. Похоже, и для снайпера у них место нашлось. Придется зачистить тут все, прежде чем спускаться вниз. Убивать или нет, ваш выбор. Так. Убивать. Ну чё? Снайпера снимешь? Остальные цели должны быть там. А, у меня нету винтовки-то. Так, переключить в насмерть. Ладно. Посмотрим, что будет. Есть, попал. Зато я попал. Пес. Я убежит. Что он делает? Дебил, блядь. Хорошо. Эти механизмы дробят руду из шахты. Я бы не советовал рисоваться. Зачем идти здесь? Вход в шахту с другой стороны здания. Внутри тебя не так видно, как снаружи. Вон они сверху. Даже сейчас мину кину туда. Хемыч. Потрясем деревца. Пес подорвался. Где они? Ты его видишь? Ага. Нашел. Напарник ожидает. Да. Я такой. Ожидающий. А Брикс-то молодец. Блин, ну... О, идет Сэм. Да ладно, кто-то вон... Гроза окон, блин.
повышибал окна. Ну, блин, я толстый, я ж тебе говорю. Только здесь, а как потом выйти? Грим, есть варианты? Только один. Ты даже не додумал. Грик, это шахта, там уже что-нибудь. Вас заметили и вызвали подкрепление. Пошел, взял, что нужно, ушел. Мы это и делаем, нет? Поздравляю, Сэм, ты научился иронии. Да? Да сколько тут еще лазить, да? Грим, мы идем в основную часть. Скорее всего, она хорошо охраняется. Добыча алмазов – дело серьезное. Тихо зашли, тихо все убили. Танк! Вот его я не ожидал. Поднимайся, Брик. Похоже, я в долгу. Да уж, еще как в долгу. Он еще один едет. Слушай, давай попробуем развлечься немножко. В смысле? Сможем подорвать танчик вместе с чувачком? А, ну можно, ну давай, чё. Ты пока остался не... только чувачка найти. Упс, а да вон они. Да что ж ты за танк такой, блядь? Да ты чуваков-то не убивай, а то некого будет подорвать. Да не, я хочу именно подорвать тот, который танки запускает. А, ты хочешь его подорвать? Всё, да. Это... Откуда даже что? Не знаю, что снизу походу делал, сука. Ой, блин. О, слава богу, лезть не надо. Патроны не нужны? Ой, подожди, я себе пушку поменяю. Подожди. Давай. Ты эту прокачал уже? Мне надо прокачивать дальше. Слушай, а какой? Возьму какую-нибудь. Богу, да? Да, что-нибудь такое. Есть какая-то, сейчас найду. Блять, а где она была-то? Лавы винтовки, автоматы. О, автомат какой-нибудь возьму сейчас. Да блин, где она была-то, ну? Танк едет. Ты что, дробанк? Да. Нет, дробанк говно полное. Все патроны кончились? От пистолета. Прикинь. Как я могу найти эту пушку? Ладно. Это мне тоже нужна была. Как
могу пушку ты можешь найти. Да, там была какая-то. Жди. Ну ладно. А ты его зажег. Танк! Есть граната. Дрону кранты. Нейтрализовано. Пригнись, граната! Понял, вижу. Ебать, ну ты войну устроил. Не убивай только дрононосителя. Окей. Есть. А ты он сдох. Ну, я его подорвал, а он не сдох. Ух ты! Блять, патроны, патроны! Блин! Аптечка найдется. Остался всего один. Мне тут совсем хреново. Похоже, я в долгу. Спасибо, что спас. Да ебаный. Да, тут безопасно. Отлично. Пантерка? Да, пантерка. Ожидание игрока. Готов. Гоу-гоу-гоу. Слушай, я скоро начну. 7 миллионов у меня уже. Я даже не знаю, что покупать. Такое бы. А там больше нечего покупать. Теперь у меня 8,7, я не знаю, куда их тратить. Не на что. Можешь кого-нибудь вложить, интересно? Банк. Так, теперь по-тихому, да, все? Да. Но это не значит, что нельзя убить снайпера. Зайдем справа, обойдемся без лишнего шума. Возможно. Не поднимите тревогу раньше, чем будете в шахте. Остальные цели должны быть там. Что мне тогда делать? Думать о работе. Не... Кормалек приложил. Похоже, есть два пути. Через дробилку или через дверь. Механизмы дробят руду из шахты. Я бы не советовала в них соваться. Зачем идти здесь? Вход
Вход в шахту с другой стороны здания. Внутри тебя не так видно, как снаружи. Рад слышать. Ну да. Осталось пятеро. Сектор почти зачищен. Враг нейтрализован. Да, блядь. Да не... Ну... Варик. Так, куда нам дальше-то? А, вот сюда вот. Подожди, тут три врага, где они? Вот внизу. Отметь еще, подожди. А чё? Да, блин! Чувак, поздно, я уже к нему подошел. Не, найдем где-нибудь, будет стоять так на пятачке и сделаем. Сдается мне, у тебя в этом деле большой опыт. Не говори гоп, спустимся по канату вдвоем. Понял. Хо! Что? Фишу играешь? Да. Почему вот здесь он может спуститься, а там надо самому спускаться? Ну вот. Чё ты к моей верёвке пристал? Да справа верёвочка себе сделана. Я тоже по ней пострелял. А. Два дебила это сила? Скорее всего, она хорошо охраняется. Добыча алмазов дело серьезное. Блять, там такие щелчки тут, когда ты это набираешь. Оружие, как будто ты там. Это не вырубишь эту лампочку? Какую? Лево. Блять, только одного успел отпить. Ах ты, да сука! Цель нейтрализована. Я бы его и так завалил. Верю. Откуда свет падает? А там прям вот там. Я его не вижу. Ты не поверишь, попал сначала в железку, потом в стекло этому автомобилю. Пиздец, блядь. Внимание, признаки активности в вашей зоне. Ну что, окей, признаки. Не ждал. Глянь-ка сюда. Эй ты. Может, на него матом надо? Лови.
То есть нас заметили. Да, радость. Мы с последней точки попали. То есть орать нельзя так много. Ладно. Ну он дебил, что можно сказать еще? То есть похоже, здесь свет гаснет. А чей их? А, выше все-таки. Тут, блю. Это вообще крутяк, блю. Патрон в него засаживает. Ты человека свинцом накормил, просто пиздец. Блю, видишь, такой курок просто пак. Хули он не дохнет, я не пойму никак. Ну это да, хорошо, просто что-то нихера не умирает. Но это тут, бля, дж его. Идет. Хватит его? Ну да, сейчас он подойдет только. Там еще титанки вонючие ездят. Кстати, если их убивать, тоже тревогу поднимут. Ну да, поэтому... Хуй тронешь эту танкетку сраную. Вот тут человек, кстати, да, чувак ходит. А если он труп увидит? Танк? Или танк не реагирует? Причем первый удар был явно в шлем. Остальные четыре. Ой. Нет, танку пофиг на труп. Окей. А можно ему пинка отвезти? Я только то, что неизвестно, куда он поедет, вот чё. Чё, у него примерно путь понятен, ну так. Блять. К нам чувак бежит. Даже, блять. Танки вырублены. Отлично. Через 5 нельзя, что ли? А где еще один? Видимо, где-то справа. Блин, эту штуку нельзя. А, вот он здесь. Ну что, Морис, ты, господи. Блять, я вылез прям на него. Я скажу властям, что теперь тут безопасно, а вас пора забирать. Фу. Бля. Вообще, вот эпичный просто. Да ну, они бетонные, блин.
Бывает, бывает, не спорю. Так, здесь это мы все прошли. Да, здесь все. Здесь надо было только вот эти вот штуки пройти.